18-я миссия, снайпер, путь мести, фабрика. Большая длинная миссия для такой игры. Это место, куда Марлоне сказал перейти. Вероятно, вокруг полно его головорезов. Довольно странные, конечно, порой ведут себя противники в этой игре. Стоят как купанные. Хотя должны, в принципе, все слышать, видеть. Так, я думаю, тут надо снайперкой отработать. Поближе подкрасться. Так, у меня всего 7 патронов. 8 патронов снайпер. Хреново, а в этой миссии-то она понадобится. Так, меня обстреливают. Ох ты, блядь. Вон он где засел. Осталось там 2-3 пули, надо... беречь. Еще такой уровень заблудиться здесь довольно-таки легко. Куда идти, хрен его знает. Везде тут пик. Куда я пришел? Куда вот идти? Не понимаю. Да? Так, похоже, тут опять нужна снайперка. Двоих убрал. Три пули осталось к снайперке всего. Так, вот там снайпер сейчас слева будет напрыгнуть от меня. Меня убьют. Одна пуля осталась, черт побери. Так, аптечка сильнейшая. Опа, по мне отрабатывают. Откуда? Хрен его знает. Не вижу, откуда стреляет. Там точно меня поджидают. В голову два прилета. Так, применяем аптечку. Или давайте перекусим. Бифштекс, пиво, два сникерса. Сэкономим. Аптечку пока что. Так, крутим вот этот вентиль, открывается решетка, там спрятаны две... Спрятаны две аптечки. Откуда меня сейчас стреляли, я не понял. Так, а главное, там спрятаны патроны к хорошему автомату. Давайте с хорошим автоматом тогда побегаем. Блин, меня откуда-то обстреливают, я не вижу. Сверху. Куда? Вот. Еще одна большая аптечка.
идее, нужна снайперка. У меня одна пуля всего. Жалко ее тратить. Придется потратиться. Сейчас. Снял треть здоровья. Так что, снайперка бесполезна. Патронов нет. Че в меня попали? Половина здоровья как не бывало. Так, аптечку применяем. Применил. Кто тут еще живой? Вы снайпер! Я полагаю, что теперь я мертвец! Это зависит от того, насколько быстро ты умеешь говорить. Я знаю, чем они вас прокачали. Я знаю, кто вас прокачал. Я слышал. В прошлом году вы получили от банки контракт на убийство ученого. Вы помните? Я не задаю вопросов. Я просто выполняю свою работу. Он придумал фантастический наркотик, вызывающий поразительный прилив силы и ярость, а затем смерть. Дон Марио скрыл формулу Мортазина в статуе. И также находится противоядие. Статуя у меня с собой. Но зачем Марио подставил меня? Разве это не так? Он хотел создать армию, используя в качестве солдата ученых. Он подставил вас, чтобы сделать своим универсальным солдатом. Вам нужно противоядие, или вы умрете. Он заманит вас и поймает в ловушку. Вы станете его личным расширением убийства навсегда. Я не буду ничьей пешкой. Где он? Лаборатория находится под небоскребом. Воспользуйтесь статуей, чтобы получить противоядие, а затем покончите с ним. У меня уже статуя, я уже должен... Это все, что я знаю. Лично я надеюсь, что вы убьете ублюдка. Удачи! А я первый раз миссию не мог пройти, потому что я его завалил. Вот. А там нужно уехать на автокране. А он отказывается садиться в автокран, говорит, пока я не узнаю... больше про эти наркотики, я никуда не поеду. Оказывается, вот этот, с этим мужиком надо поговорить. Ёб твою за ногу! Уберите эту херню! Блять, вечно этот негрёбаный интерфейс, не вовремя. Здоровье. Так, гамбургер. Большую аптечку. Бинты. Перевязался. Перевязал раны. Каждый уголок надо заглядывать, могут быть аптечки. Так, мы уже близко на улице. Сука, снайпер где-то. Я не вижу, откуда снайпер по мне стреляет. Там где-то снайпер. Блядь. Где вот он? Я не вижу. Уходим, уходим, уходим. Проскочил. Все, кажется, миссия пройдена. Так, я сохраняюсь. Миссия завершена.